Доброе утро, наши большие и маленькие телезрители. В эфире рубрика «Копошилка», но, к сожалению, как бы это грустно ни звучало, я сегодня один. Капа все еще у нас на больничном, но я думаю, что скоро она поправит свое крыло и вернется к нам в студию. Но сегодня у нас в гостях оркестр народных инструментов из Свердловской государственной детской филармонии. Мы с ними пообщаемся чуть позже, потому что по традиции сначала должна быть загадка. Итак, внимание, загадка. Чем больше из нее берешь, тем больше она становится. Чем больше из нее берешь, тем больше она становится. Если догадались, ну, если нет, спросите у мамы и пап. Пусть они подскажут вам, присылайте верный ответ и получите от нас приз. Ну, а сейчас к нашим гостям. Итак, Виктор Волохов, руководитель Оркестра народных инструментов при Свердловской государственной детской филармонии и начинающий инструменталист-балалаечник Петр Ведищев. Доброе утро. Здравствуйте. 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 Петр, расскажи, пожалуйста, я знаю, что ты только начинаешь заниматься на балалайке, да? Да. Ты сколько лет уже занимаешься? Один год. Один год. Ну, а вообще, ты сам выбрал этот инструмент, или тебе папа или мама подсказали? И мама, и папа, и я сам. Все захотели. Все за балалайку были, да? Но вообще, как тебе, нравится заниматься? Да. Но ты не пропускаешь занятия? Нет. Но я знаю, что у тебя еще много, помимо балалайки, еще всяких занятий. Ты в какой школе учишься? Филармонии. И филармонии. А в каком классе ты? Во втором классе. Во втором классе. Ну, слушайте, я тебе желаю успехов, я тебе желаю как можно быстрее освоить этот сложный инструмент, несмотря на то, что всего три струны, да, но это действительно очень сложный инструмент. Мы сейчас пожелаем Петру удачи, давайте все поаплодируем, те, кто там за экраном, да? Виктор, пожалуйста, Петр, поехали. Аплодисменты звучат. Я еще раз напомню, кто не знает, 24 мая с 18:00 в детской филармонии проходит прослушивание ребят, кто хочет научиться играть на народных инструментах. И в итоге сможете стать настоящими артистами. Спасибо вам большое. Петя, удачи. Все супер. Ты молодец. Всем пока-пока.